У тебя сегодня будет хозяйка. Хозяйка. Блин, офигеть, какой крутой момент. Я даже и не думал, что когда ты искренне любишь человека и когда ты подходишь к тому моменту, когда тебе уже стоит сделать предложение, когда ты это хочешь сделать, что это настолько трепетно и чувственно, это здорово. Я каждому из вас желаю найти вторую половинку, которую вы по-настоящему полюбите, и чтобы у каждого из вас был такой момент в жизни. Чувствуешь, как я тебя обнимаю, на ухо тебе шепчу, наш роман длиннее стен Китая, больше, чем планета Нептун. Глажу твои волосы, улыбаясь, созерцаю красоту. Я тобою навсегда увлекаюсь, зная, что нашел именно ту. Ты нежная, конечная, давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Ты нежная, конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Ты нежная, конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Ты нежная, конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Ты и я летим между облаками, в невесомости парим, yeah. Я люблю тебя, не обладаю, в этом мире я с тобой один. В книгах это мы называем раем, а сейчас мы в нем живем. Это навсегда, и я точно знаю, что отныне мы с тобой вдвоем. Ты нежная, конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Ты нежная, конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Открой глаза, малыш. Я хочу сказать, что... Я хочу, чтобы ты запомнила этот момент. Я очень сильно тебя люблю. И я хочу, чтобы ты стал моей женой. Конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу. Ты нежная, конечно, я давно хотел сказать люблю. Холодная и снежная, я растопить тебя хочу.